Эй, ребят, а можно вопросик? Где здесь похавать можно недорого? Ту сторону. Сюда, да? Я понял. А еще вопросик. Вы, смотрю, гуляете, ты, кстати, красивая. За руки держитесь. Вы что, друзья или... А, нет, мы встречаемся. Да я просто так подумал. У вас все серьезно, да? Да. Окей, понял. А по 10-бальной шкале насколько серьезно? На 10. Да, на десяточку. На 10? А ты что смеешься? Ты сомневаешься? Да мне ништяк просто. А, понятно. Я в городе на пару дней, может, затусим как-нибудь, прибухнем там или... Ты что, серьезно? Слышь, чувак, это моя тёлка, отъебись. А я просто спросил. Ну и хер с вами. А вот и передумала. Подожди, ты чё, твоя машинка? Да, это моя тачка, а чё? Грабли убрала, ту запачкаешь. Вот так? Нормально. Чё надо? Мне нравится Феррари. Нравится Феррари? Да. Вообще-то это Ламборгини. А... она в цвет моего купальничка. Знаю, поэтому и подошел. Я подумал, ты хорошо посмотрелась в моей тачке, но твой парень сказал, чтобы я отвалил, и я все понял. Мне вообще-то ехать нужно, меня друзья ждут, так что... Не, как тебя зовут? Не скажу, как меня зовут. Вы вроде сказали, что встречаетесь и ушли. Ну, может, мы могли бы попить кофе вместе? Хочешь кофе попить? Да. Твой парень стоит в метре от тебя вот тут. Ну, я... это же просто кофе. Ты чё, вообще охренела? Попутала, что ли? Просто кофе выпьем, чё такого, да? Ну, вообще-то под кофе я подразумевал перепихон на втором или третьем свидании. Но если ты встречаешься с этим парнем, я так поступить не могу. Ну а чё такого-то? Ну а чё такого? Ты чё, блин, охренел вообще? А так я вылазю. Всего разок кофе попить. Со мной попей, я твой парень. Слушай, ты мне нравишься, конечно, но я не могу пойти с тобой на свидание, если у тебя... Да я все понимаю. Парень. Я не понимаю, почему так все жопы напрягли. Это же просто кофе. Потому что мы встречаемся уже 5 лет, и ты хочешь уехать с рандомным чуваком на Ламборгини? Потому что он в цвет твоего сраного купальника. Так, все, я поняла. Вообще-то я давно хотел уже сделать перерыв в наших отношениях, так что... А, ты перерыв, значит, хочешь сделать? Да. Я свозил тебя в Италию, познакомил с родителями, а теперь ты хочешь сделать перерыв? Ну, вообще-то мы не очень счастливы, у нас куча проблем. Ну да, как и у всех, но это не дает тебе права свалить на Ламборгини со случайным чуваком. Ну, у тебя же нет Ламборгини. А, какая у тебя тачка? У меня Мерс. Тебя не устраивает, что ли? Ну, это же не Ламборгини. Факт. Получается, ты шкура. Не-не, погодь. Давай так, ты мне все еще нравишься. Я готов тебя взять на свидание прямо сейчас, если хочешь. Но я не могу этого сделать, если ты не поставишь точку в этих отношениях прямо сейчас, конкретно. Так, окей, пропустите его. Да, и вы расстаетесь прямо здесь и сейчас, ты удаляешь его номер, ставишь точку в отношениях, и тогда я готов тебя взять на свидание. Хочешь расстаться? Я думаю, так и сделаем. Так и сделаем. Ну и похуй. Ну вот и решили. Если хочешь залазь в тачку. Ну просто охуенно. Давай, твою мать, залазь в гребаную тачку. Так, стоп. Ну ты прошмандовка. Пару минут назад ты держала своего парня за руку. Говорила, что у вас все серьезно, а потом увидела мою тачку. Сделала перерыв и хочешь свалить. Посмотри, твой парень в шоке. Так, я что-то не поняла, вы что, серьезно, что ли? Ну да. А что, шутки, что ли? Ты бросил пацана из-за тачки. Знаешь что, братан, ты с ней закончил? Да, она идет нахуй. Ладно, давай. Так, ты залазь в тачку. Мы сейчас найдем тебе нормальную девчонку. Собирай свои вещи из моего дома и уебывай. Эй, надень. На. Нет, не пущу. Залазь в тачку, сейчас найдем тебе девчонку. Мы встречались 5 лет, и ты меня вот так вот бросаешь? Остановись, не пущу. С тобой все понятно. Я в шоке над тобой. Нам шкуры не нужны, сорян. Адиос. Какого хрена? Пишите, насколько вы в шоке. Я в шоке. В шоке я вообще.